Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. К Ивану Заря пришла новая участница Анастасия. Вот и на моей улице случился праздник. Вчера ко мне пришла суперочаровательная девочка, а кто такая, смотрите в эфирах. На поляне был костюмированный вечер. Девушки оделись в свои самые сексуальные наряды, чтобы порадовать своих мужчин. Для них же они организовали женское дефиле на столе. Между Элен Каминской и Андреем Назаровым произошла потасовка. Девушка пишет: «Одно мое неудачное движение, и Андрей у нас, как обычно, приревновал. В итоге все дошло до драки». И Каминская тоже приревновала Андрея к новой участнице Юле. Она подралась с ней и выдрала девушке волосы. Мадина Кузаева встретилась с Ирой Пинчук и с ее новым молодым человеком, ради которого она и ушла с проекта. В новых отношениях она счастлива. Андрей Чуев порадовал свою дочь. Он подарил ей сюрприз – полет на вертолете. Ольга Бузова выступила в ночном клубе в городе Орел. Она пишет в своем микроблоге: «Спасибо вам большое за такой теплый прием. Ловила ваши взгляды, зарядилась энергией. Вы потрясающие». Также Бузова поздравила всех своих друзей с Международным днем футбола. «Девочки мои, терпения вам и здоровья вашим мужьям», – написала Бузова. В сети ходят слухи, что Ольга Бузова хочет сделать себе новую грудь. И якобы 15 декабря она отправляется на консультацию к пластическому хирургу. Бывшие участники телепроекта Юлия и Тигран Салибековы поделились радостью. «Друзья, вот и пришло время сказать вам правду, дальше скрывать невозможно. Это не то, что вы подумали, мы не разводимся. Мы приобрели новую двухкомнатную квартиру, уже вторая наша квартира. Хочу разделить с вами свою радость», – написала Юля. Катя Старикова в новостях «Дома-2» сообщила, что у Ольги Жемчуговой появился ухажер. Но это оказалась очередная утка. Этот молодой человек 41 года, на самом деле бывший оператор с поляны, дядя Миша, как называли его ребята. Он отец молодого человека Кристины Дерябиной. И это фотография с недавнего дня рождения Кристины. Но похоже, что поклонник у Ольги все-таки есть. Она опубликовала в своем блоге фотографию подаренного ей букета. «Подарил мне ромашек», – подписала она снимок. Антон Гусев сделал себе еще одну пластическую операцию. После ринопластики он решил подкорректировать форму век. «У меня своя строительная компания», – рассказал Антон журналистам. «Мне часто приходится общаться с деловыми людьми, проводить конференции и совещания. И на встречах я хочу выглядеть эстетично, без синяков и мешков под глазами». Руслана Мишина счастлива в новых отношениях. Девушка публикует фотографии со своим молодым человеком. Не успели появиться на острове любви Саша Артемова и Женя Кузин, как Саша уже недовольна. «Остров за время моего отсутствия не поменялся», – пишет она, – «разве что виллу построили. Но ее уже испортили девочки с прошлых сезонов». Также она рассказала, что скоро на Сейшелы прилетит Глеб со своей новой пассией. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.